Я уже из последних сил иду в сторону Церквеницы. Сейчас подойду к Драмлю. Там, наверное, гляну, как да что. И уже, наверное, домой. Погода, к счастью, ну, прям по прогнозу, не испортилась. Облачно, но очень душно. И завтра, наверное, уже дождь, гроза и с ветром. Сейчас даже вот солнце выглядывает. Что хотела рассказать. У нас здесь над городом, в нескольких селах, сперли знаки дорожные. Это регулярно повторяется, но не массово. Могут там 1-2 утащить. А тут прям все вдоль дороги, все прям скидывали. И можно было бы подумать, что это, может, службы, знаете, их как-то обновляют или меняют, но вряд ли бы так делали. Во-первых, если бы обновляли, то сразу подвезли и ставили новые. А во-вторых, сами службы уже потом написали, что нет, никакого такого плана не было, и это реально стырили. Но, по-моему, в итоге никого не нашли. Там такие, знаете, местности, если кто-то сам не видел лично, особо камер нет и наблюдения, унесли и внесли. А здесь вот я сейчас где прохожу, как раз местность к Драмлю, очень много было проблем с дикими свиньями. Я понимаю, что есть люди, может быть, не разбирающиеся в специфике местности, и скажут: ой, ну какие проблемы, дикие животные, среда обитания, хотя нет, город и море — это точно не среда обитания для свиней, просто им удобно заходить на территорию жилые и копаться по контейнерам, так проще добывать еду, и она разнообразнее. И они очень сильно плодятся, я неоднократно рассказывала, после ограничений во время короны, когда нельзя было ни выходить ни охотникам, ни людям, даже вот в лес. Если поймают, штраф. Ну, как бы можно было, конечно, по диким-диким лесам, но куда-то вот над городом группами собираться, это было запрещено. Нельзя было даже тупо пчел вот переселять, кто-то, например, из реки вот туда, вот на соседний остров или вверх в лес. И тогда страдала и у людей, и работа, и природа, короче, что-то страдало, что-то, наоборот, плодилось ненормально. Вот так вот расплодились дикие свиньи. Заходят в огороды, копают, перекапывают. Было даже на нескольких кладбищах старых, но старых не заброшенных, а именно вот старинных. Хотя там до сих пор людей, ну, есть места, где можно, могут похоронить. Короче, по дорогам носились, аварии были. Нападения не часто, но и некоторые говорят: да нет, свиньи не опасны. Есть, могут напасть. Реально могут, особенно когда с ними маленькие поросята. А мощность удара, конечно, у них даже в машине, когда вас долбанет, ощутила на себе. Именно не ты машиной ударишь, а они вылетают и ударяют. Это, конечно, то еще впечатление. Смотрите, какой этот вот агавы, стрела. Здоровенная. Над дорогой. В общем, в прошлом году был запланирован такой специальный рейд, когда группа охотников, я рассказывала про это, группа охотников искала этих свиней, выслеживала по тропам. Это была такая ржака. Я даже на заставку поставила фотку, которую администратор одной из местных групп о городе, ну, они эту фотку сделали. Потому что, вот, например, они сидят на нескольких местах, ну, там, типа: да, мы знаем, сейчас свиньи проходят этой тропой, чую, вижу, ощущаю. Такие специалисты. В итоге вообще ни одной свиньи не поймали, не отстрелили, не переселили. А они возле них, буквально там рядом, типа, грубо говоря, в трех шагах, бродят, ходят и балдеют. Потом это несколько раз повторялось.
Все это было, короче, неудачно, фигня. И с этого все дружно поржали. Деньги, короче, все вот этого, кто там хотел, получил. И забыли на год приблизительно. И вот сейчас я читаю, что опять новые рейды, новые группы, новые туры. Вроде как по этому отлову диких свиней. Что там получится, не знаю. Смотрю, там уже вот первый. Я хотела спуститься в бухточку. Но смотрю, уже есть загорающие, отдыхающие. Из этих первых апартаментов, первой линии от моря. Люди спускаются очень удачно. И без толпы и напряга. На релаксе. В общем, такие вот дела. Что там выловят? Свиньи. Свиньи опять дружно поржут и продолжат плодиться. Ну вот у кого сады, огороды. У нас косули. Ну, мы косуль любим. Я за то, чтобы их было как можно больше. У нас они обдирают, обжирают, гложут. И сейчас это вишню. Муж аж это чуть не плакал. Ну, что поделаешь. Смотрите. Зреют, зреют, зреют апельсины. И рядом лимоны. Красотища. Что-то аж лимонов захотелось. А сегодня воскресенье. Работают только дежурные магазины. Вопрос, где они вообще? У черта на куличках. Ой, сегодня в магазин никак не попасть.